Вопрос уборки отходов за собаками давно волновал жителей Иркутска, и все очень обрадовались, когда в городе запустили проект по размещению так называемых док-пакетов. Прошло уже больше месяца, и самое время узнать, насколько акция оказалась успешной. Сегодня Евгений Шоев, примерив на себе роль собачника, взял в руки камеру и отправился по улицам города. Смотрим его отчет. Сегодня, пока весь цивилизованный мир ищет покемонов, я пройду по улицам Иркутска и поищу док-пакеты. Они установлены в тех местах, где, по мнению администрации, часто гуляют с собаками. Вот, например, бульвар Гагарина. Док-пакетов нет. О, кстати, здесь кто-то его даже поломал. Видимо, очень уж хотелось найти мешочек, но, увы и ах. Ирония судьбы не иначе, потому что пока я искал док-пакеты, я наступил в док-фекалии. Да-да-да, это ящик под док-пакеты. И, судя по всему, он опять пустой. Опять пустой. Видимо, действительно пользуется популярностью, раз пустые. Вот, казалось бы, отличный ящик. Аллея, здесь обязательно будут выгуливать собак. Но где это здесь? Да-да-да-да, на кладбище. Кладбище! Да это, по-моему, единственное место, где я ни за что бы не гулял со своим четвероногим питомцем. Но кто-то же это делает. Ай-яй-яй, собаководы. Только пакеты, они вообще работают? Нет, ну, которые для собак. Ну, не знаю, вообще. Ложат пакеты. Порой торчат, ага. Бывает, да? Да. Ага, понятно, ладно, спасибо. Надо это, момент ловить. Момент ловить, ясно, спасибо. О, я вижу, идет дама с собачкой. Сейчас мы спросим у нее. Нигде не видела. Только репортаж видела, а этого нет. Так вот уже у нас док-пакетик с собой. Ну и, наверное, последний на сегодня док-пакет. Ну и правильно, пусто. В общем, какой можно сделать вердикт? Док-пакеты, а точнее ящики для них развешены. Ну, местами поломаны, ну куда без этого. Но самих-то пакетов нет. Ну, почему нельзя найти человека, который будет регулярно заправлять туда пакеты? Все были бы счастливы. У всех все было бы хорошо. Но пока, увы. Евгений Шуев, новости по будням. Как нам сообщили в администрации Иркутска, установка ящиков с док-пакетами была задумана как разовая акция. Ее цель – привлечь внимание собаководов к проблеме уборки отходов за питомцами. Продемонстрировать, что для сохранения чистоты в городе от владельцев собак нужны минимальные усилия. Для акции были закуплены 33 ящика и 3000 док-пакетов. Следить за наполнением контейнеров назначили волонтеров. Они же должны отслеживать, пользуются ли нововведения популярностью у собаководов. На данный момент пакеты практически закончились. Информация о том, насколько они были востребованы, в ближайшее время должна поступить в администрацию. После анализа данных станет ясно, есть ли в Иркутске дальнейшие перспективы у проекта. Но в любом случае, сроки его реализации, даже примерные, не могут быть названы. Массовая установка ящиков требует серьезных финансовых вложений. Сейчас таких средств в казне города нет, как нет денег и на покупку новых пакетов для уже установленных контейнеров.